Ну точно, вот он, последний участок пути по разноцветным камушкам. Это экотропа. Вот буквально за этими камушками нас ждут Бадукские озера. Ради чего, собственно, все и затевалось. Там будет вкусный обед. А вода в озерах ледяная, не помню, говорила или нет. В двух не поднимается выше 4-5 градусов. И в третьем 10 градусов стабильно. Но все равно, я думаю, что купаться туда никто не полезет. И, кстати говоря, мне по камушкам идти гораздо легче, чем подниматься по корням и мокрой сыпучке. Камушки я люблю. Я так подозреваю, что это какая-то другая группа мышц напрягается, которой прикольно напрягаться. Ой, блин, ребята, какая красота, господи. Интересно, а что я записала, а что нет? Вот просто ради прикола, потому что я там что-то наговорила, думала, записываю, а теперь не знаю. Ну ладно. Что записалось, то записалось. Вон они наши разошлись, красоту снимают наверху, тоже сейчас пойду туда.